вашего позволения. Да. Ой, что это я все про себя, про себя. Давайте про вас. Пока сидел, читал я, что удумали наши цари и государи. Деньги государственные на кино отпущенные распределить на 8 купцов. Вот они у меня поименно прописаны. Итак, это что ж получается? Главный у них зачинатель-то Никита Михалков. С Федькой Бондом. Ну, это, который недавно еще приказчиком был. Лабазы. Толстунову по фамилии взял. И Сильянову. А склады бусурманам. Фазиеву да Бекмамбетову. Господи, капитал есть в растащу. Волнение-то какое-то. Я, с вашего позволения, рюмочку-то выпью. Это же как совести надо не иметь, чтобы все на себе загробастать, а? А еще двое-то, язык сломаешь. Центр Партнершип и Арт Пикчерс. Господи, нет, вы меня извиняйте, тут без рюмочки не обойдешься. А вам, миллионщику по старым временам, это ж миллионщик сидит. Давайте ему поаплодируем. Это ж настоящий миллионщик. Страдание до времена. У ящика, из которого вертеп-то показывали, миллионы собирались. А что вы хотите? Зимой нищу, где увидишь только из ящика вертепного? Или как смешные англичане по утрам овсянку едят, а? Это столько в ящике и видели. И вот этот миллиончик, вам что? Цари, государи наши, а? Три целковых обещали. Небось еще и шуму енота с плеча, да? Это что ж получается? Они не боятся совести денег. А если мы выйдем и даем? Грабят! Нас киношников грабят! Да уже ограбили. А мы в Сибирь. Нет. Да чего там поганить ими, Сибирь нашу, матушку? Хорошие люди там сидят, господа товарищи. А я вот что придумал. Когда времена трудные в наших государствах наступали, выходил кто-нибудь один, бросал шапку поперек себя и говорил: друзья, товарищи, соберем по фильму великому режиссеру, кто сколько может, не жалей, снимай рубаху последнюю с себя и вкладывай в банк, вот в этот банк. Я, конечно, над душой стоять не буду. Но я сейчас пойду среди вас. И кто честный, как кино любит. Но Игорь Федорович Аракаева. Спасибо! Борода! Молодцы! Витенька, давайте мы это... Сейчас, нет! Игорь Федорович, нет! Народные деньги! Народные деньги! Ну ладно! Не могу отказывать юбиляров! Пока мы деньги соберем, это сколько времени пройдет? Но как любая великая русская река начинается с малого ручейка, так и фильм будущий начинается с этого банка. Это банк. А в заключение... А в заключение хочется сказать. Всегда вас любил, всегда вас буду любить, всегда ваш. Вот этого в сценарии не было, друзья. Чистая импровизация Виктора Бычкова. Фактически, вот,
мы не сговаривались с Виктором по поводу такого поворота тем. Не сговаривались. Это интуитивно как-то все получилось. Но я на самом деле хотел закончить нашу сегодняшнюю вот эту часть словами о том, что меня настолько угнетает ситуация, которая сложилась в кинематографе в последнее время. Прокат, который контролируется американцами, и который контролируется Федей Бондом и так далее. Короче говоря, значит, и при этом я преподаю. И я преподаю, и Абдрашитов преподаю. И Соловьев преподает, и масса мастеров, и Лопушанский здесь преподает, и так далее. Везде преподают и готовят режиссеров. И я начинаю думать о том, куда их готовят, зачем, с какой стати, куда они... У них единственная возможность пойти на телевизионные сериалы, и то работать не творчески, а бригадным методом, по два, по три человека на одном проекте. Это уже, это мы заходим в какой-то ужасающий тупик, ужасающий. И, значит, есть... Алло. О, лишили слова. Нет, не лишили.